Всем привет! С вами я, Тимофей. Сегодня у нас проблема. Скажи пока своему маминому удостоверению. Да, мы сегодня идем. У меня кончилось срок действия удостоверения личности. Идем сейчас в банк заплатить госпошлину и потом в ЦОН. Вот. Так что я сейчас бомж уже 2 дня. У меня нет удостоверения личности. Ну и паспорт аналогично тоже просрочился. У нас в Казахстане выдают документы на 10 лет. Вот уже 10 лет прошло. Ароматно пахнет. Майоры. Да, майоры. Цветы вообще классные. Я понюхаю этот жёлтый цветок. Пошли нюхать уже. Купили мороженое. Кукурузный стаканчик. Сливочное мороженое, да? Да. Вот у нас делают в центре. Прям вкуснота. Напишите в комментариях. В комментах. Все, заплатила госпошлину. Теперь мне нужно... Удостоверение нынче стоит 612 тенге. 60 тин. Теперь нужно мне пойти в ЦОН. Туда мы и идем. Ну все, прощай мое удостоверение. Лучше бы не смотреть на удостоверение. Такая я была 10 лет назад. Будем плакать, мама. Плакать буду. Бегает тихо по колену. А, Тимофей. Вот у нас здесь ЦОН, а туда Акимат. Ну и там акиматовские кабинеты дальше. А посидеть никак, да, не судьба? Тимош? Да? А еще мы сходили и купили такие вот, вот такие вот часики. Тимофею наконец-то. Сейчас я их настрою. Тут что есть? Зарядка и инструкция. Ну, это не реклама часов, сразу говорю. Вот сейчас я их буду настраивать. Тут надо скачать приложение. Скачаю приложение. Настрою, вставить симку. Симку я тоже купила, в сумочке лежит. И теперь я смогу ему звонить. То есть я его не буду искать на улице. Позвоню, скажу: Тимоша, домой. Сейчас настрою, покажу, что они умеют. Ну вот такие вот часы. Так, это у нас... Вот я ему забила мой номер. И Лёша номер. Ой, звоню нечаянно. Ну, давайте позвоним. Ну, всё, здорово. Здорово. Можно будет общаться. Сейчас нужно будет его научить. Как это сделать? Видите? Вот телефонная книга. А, это я сразу нажала. Телефонная книга, камера, альбом, микрочат, фонарик, информация, набор номера, телефонная книга. Ну все. И приложение. Сейчас покажу. Приложение. Где оно у меня тут остановилось? Так. Вот оно. Ну, это не реклама, повторяюсь еще раз. Это ни капельки не реклама. Я просто я устала его бегать искать. Куда он пошел? Где он? Вот. Смотрите, здесь можно. Где найти? То есть часики потерялись в квартире.
Ну-ка, давайте испытаем. Где найти? Окей. Будет сигнал. Во, идет сигнал. Отлично. Как выключить? А, я здесь написано. Ну, прикольно. Потом, где ребенок находится? Ну, вот. То будешь здесь ты с такими часами ходить? Да, да, да. Ну, сейчас я тебе их одену на руку. Да, пока подождите тут. Второй кит. Покажу тебе, как звонить маме. Да? Да, I should have yelled I'm doing this. Что ты там читаешь? А там в коробке. Так. Мне 6 лет, мне подарили часы. Подарили тебе часы, да. Если еще посмотрите то видео, которое... Так, смотри, как... Мы оставим там. Смотри, как маме позвонить. Ну-ка, вот так в сторону сделай. Еще. Вот. Ну, да. Я могу позвонить маме и папе. Да, ну-ка, позвони мне сейчас. Я убегу туда, и все будет видно. Давай. Давай. Все, ты мне уже звонишь. Ну, давай послушаем тебя. Алло. Ой, болтун. Ну все, он меня слышит. Он меня слышит. Короче, всем пока-пока. Ну что ж, ребята, понравились вам часы? Напишите в комментариях или нет. Есть два выбора. Да или нет. Ты аж запыхался. Да, я запыхался. Ставьте лайк, подпишитесь и на колокольчик. Дынь-дынь. А мы уже... Все, пока. As you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really